Осень – сезон респираторно-вирусных инфекций. Чтобы защитить себя от острых заболеваний, необходимо вовремя прививаться. О профилактике здоровья узнала наша съемочная группа. Дифтерия, столбняк, ветряная оспа. К счастью, с этими болезнями в последнее время люди сталкиваются крайне редко. Эффективная иммунопрофилактика приносит свои плоды. За время прививания удалось увеличить продолжительность жизни и сократить заболевания пневмонией. Большинство вакцин не содержит консервантов, поэтому легко переносится людьми, склонными к аллергии, и даже самыми маленькими жителями. Сейчас началась вакцинация детей против гриппа. В рамках национального календаря прививка проводится бесплатно. Вакцина в поликлинику поступила в достаточном количестве. Прививку против гриппа особенно рекомендуется делать детям 6 месяцев, школьникам, подросткам и пожилым, а также беременным женщинам во втором и третьем триместрах. Как отмечают врачи, в вакцине содержатся особые вещества, которые помогают бороться с инфекцией и укрепляют иммунитет. Я сама, как мама и педиатр, ежегодно прививаюсь сама и своих детей вакциной Грипол Плюс, так как она высокоадаптированная, совершенно безопасна для детей и нами очень хорошо переносится. Никаких побочных реакций у нас не возникало. И даже если мы сейчас болеем, то болеем всего лишь несколько дней и без осложнений. Специалисты считают, что в современном обществе прививка от гриппа необходима. В таком случае возрастет уровень иммунной защиты, а потребление антибиотиков, наоборот, снизится, что положительно скажется на здоровье. 400 лет существования прививок доказывает, что, оказывается, прививки необходимо делать. И это делать нужно обязательно, чтобы защитить наше население. Защитить себя и своего ребенка от нежелательных инфекций можно в каждой поликлинике. Вакцина против гриппа распределена по всем районам Чувашии и доступна каждому жителю нашей республики. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика.